Капризы погоды не остановили тех, кто пришел почтить память ушедших на фронт. Очередное мероприятие, посвященное предстоящему юбилею Победы, прошло на улице Мичурина. Собравшиеся здесь вспоминали о тех, кто ушел на войну из саратовского гарнизона. От казарм и штаба, которые находились на этом месте, сейчас остался лишь небольшой забор. Здесь было два батальона. И командиром двух этих батальонов был старший лейтенант Стрижков Леонид Константинович. Это был мой дядя. И когда началась война, он пришел к бабушке, прощался. В это время он забежал буквально прощаться, потому что уже состав стоял у железной дороги.